Доброе утро. Если не сложно, давайте начнем с того, чтобы мы проверили с вами связь. Видно меня и слышно. Ирина, спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое. Так, добрый день, дорогие друзья. Мы, безусловно, безумно рады тому, что мы начинаем наш новый обучающий проект, посвященный Арабским Эмиратам. Мы очень сильно надеемся на то, что в преддверии наступающего сезона, который будет достаточно сложным для нас, для всех, во-первых, до сих пор Эмираты остаются одной из немногочисленных стран, открытых для наших гостей. Добрый день, Сергей. Павел, здравствуйте. Рада, что вы с нами сегодня опять. Плюс к тому, что у нас сезон в Эмиратах в этом году такой вот, знаете, он как бы мегаобъемный и включает в себя не только то, что мы открыты для наших россиян в полном объеме с минимальным количеством ограничений, но и добавляем сюда планомерно европейские детские каникулы, российские детские каникулы, школьные. Потом мы плавно перетечем в футбольный чемпионат мира, который будет проходить в Катаре и, безусловно, затронет так или иначе, тем не менее, все страны Ближнего Востока. И потом у нас будет Формула-1, потом Новый год. В общем, все достаточно сложно, поэтому если ваши гости хотят посетить зимой Объединенные Арабские Эмираты, им стоит, безусловно, подумать об этом заранее. Итак, сегодня мы начнем наш обучающий проект, который займет у нас 2 недели. Мы всех вас призываем, опять-таки, слушать нас очень внимательно, не только с точки зрения развития своего кругозора и уточнения новинок и узнавания всего нового, что есть в Эмиратах, но и, безусловно, в конце обучающего проекта, как мы всегда это делаем, мы разыграем наши подарки, и будет проводиться тестирование, безусловно, и вы сможете почувствовать, насколько данный обучающий проект позволил вам узнать Эмираты заново. На нашем слайде вы сейчас видите наших замечательных дорогих участников. Это ведущий лидирующий курорт Объединенных Арабских Эмиратов. Плюс к нам присоединится сегодня в час. Мне нужно очень сильно ограничиться во времени проведения своей части вебинарной и успеть это сделать до часа. Не знаю, насколько получится, но я постараюсь быть компактной и краткой сегодня, несмотря на то, что объем того, чем я хочу с вами поделиться, он достаточно большой. Люд, а ты будешь, извини, переключать? Сразу скажи мне, пожалуйста. На слайде на данном вы видите наше расписание. Нам будут присоединяться департаменты по туризму. Сегодня это будет Абу-Даби в час. В 15 часов, простите, 15 сентября, 11 часов, узнавайте новинки от Департамента по туризму Эмирата Дубай. И на следующий день, 16 сентября, с вами новостями поделится наш любимый Эмират Рас Аль-Хейма. Плюс, как я уже сказала, лидирующие отели. Слушайте внимательно, узнавайте полезное, новое. Я сразу могу сказать, что наш вебинар сегодня – это не только монолог. Да, конечно, я не могу вас слышать, к сожалению, но вы можете задавать ваши вопросы в нашей вкладке «Чат». Я с удовольствием постараюсь на них ответить, насколько мои знания позволят передать вам актуальную информацию по вашим вопросам. Кто меня еще сегодня не знает, это самый не скромный слайд в нашей презентации. Тем не менее, меня зовут Анна, и я очень рада встретить тех агентов, которые меня уже знают и слушали меня ранее. Но и те, кто еще не знает, на слайде указано, кто я. Итак, дорогие друзья, я думаю, что не стоит объяснять и рассказывать, что Объединенные Арабские Эмираты – одна из самых потрясающих стран Ближнего Востока. Страна, которая развивается столь динамично, насколько навряд ли возможно себе представить такое безумно стремительное развитие, каким может похвастаться именно ОАЭ, навряд ли какая-либо другая страна может. Это конфедерация 7 княжеств. Я думаю, все мы прекрасно знаем, но не всегда, ну, как бы можно и напомнить, да, об этом. Это столичный Эмират Абу-Даби, самый большой, самый, наверное, все-таки роскошный Эмират среди всех 7. Дубай, считаем на пальцах, Дубай, Эмират Шарджа, Эмират Фуджейра, Эмират Аджман, Эмират Умаль-Куэйн. Это 6 эмират, которые 2 декабря 1971 года образовали эту страну. И через год к ним добавился еще один эмират, который называется у нас Эмират Рас Аль-Хейма.
И с 1972 года мы в прошлом году отмечали 50 лет образования нашей любимой страны, Ближнего Востока. Я думаю, что все прекрасно знают, насколько для PAF-групп это направление является стратегическим, одним из самых любимых, куда мы вкладываем огромное количество не только сил, но и любви, безусловно. С тех пор на протяжении 50 лет страна развивается огромными, стремительными темпами, чего здесь только не придумано. Это правильные инвестиции, которые вложены в развитие своей страны, в то, чтобы граждане этой страны, локалы, как мы их всех называем, на Ближнем Востоке чувствовали себя особенными людьми. Но, думаю, говорить об этом особенно долго сегодня навряд ли получится. Я думаю, что все наши любимые дорогие агенты, которые бывали с нами в Объединенных Арабских Эмиратах во время рекламных туров, много, намного больше других знают об истории этой страны, потому что мы всегда особенное внимание, много времени уделяем таким темам. Кто еще не был, я напомню, что сейчас у нас проходит очередной этап нашей акции «Арабская сказка», и зарабатывая в ней мало того, что больше процент комиссии, вы также можете поехать с нами в следующем году в наши многочисленные фан-трипы в ОАЭ, которые мы всегда делаем с особенным настроением, вкусом и любовью, опять же. Итак, 7 эмират, каждый абсолютно точно, на мой взгляд, не похож друг на друга, каждый чем-то отличается друг от друга, и каждый интересен для своих гостей по-своему. В ближайшее время в нашей презентации я постараюсь рассказать, почему тот или иной эмират должны выбирать туристы, и я очень надеюсь, что вам станет легче вашим туристам предлагать ту или иную гостиницу в каком-либо определенном эмирате, по каким причинам вы поймете. Для правил въезда, я думаю, что нужно все-таки обратиться к нашему сайту. У нас на сайте подробно расписаны правила въезда в каждый из эмират. Я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что разные эмираты по-разному принимают. И самый строгий эмират у нас – это эмират Абу-Даби. Самое приятное, что открылось у нас, и самое скорое, то, что открылось после строгих ограничений, строжайших, мы все очень сильно надеемся, что то, что видели в период ковида в Дубае и в соседних эмиратах, мы не увидим никогда, когда страна абсолютно точно замирала на многие часы, люди не могли выйти из домов своих, да, и ездили машины даже по многочисленным магистралям Дубая. Это было все очень печально. И я сама, как человек, который застал развитие ковида в эмирате Дубай и все это личными, своими собственными глазами наблюдала, это было действительно очень, очень грустно. И, конечно, мы все надеемся, что это все осталось позади и больше не вернется в нашу жизнь в таком безумно грустном виде, как это было. Но, тем не менее, некоторые ограничения остались, либо все-таки вам нужна прививка, либо тест, который действует 48 часов. Например, в эмирате Дубай от вакцинации освобождаются дети до 12 лет, в эмирате Абу-Даби до 16 лет. Пожалуйста, тонкости и нюансы въезда есть на сайте, говорить о них очень долго тоже не буду. Если в целом с момента второй окончательной прививки должно пройти 14 дней, и ваш QR-код, ваши прививки на въезде в эмират, в любой, какой бы вы ни прилетали, на какой авиакомпании вы бы ни летели, должен быть в распечатанном виде, не в телефоне. И, естественно, что должен быть QR-код, и справка должна быть на английском языке, и, конечно же, там должен быть вбит ваш загранпаспорт, не российский. Я думаю, сейчас банальные вещи такие немножко говорю, но, тем не менее, напоминаю о них, что ограничения все-таки пока еще существуют, и нужно точно извещать ваших туристов о том, какие именно документы должны быть у них для прилета в страну и для безопасного отдыха. Кстати, о масках. Маски в открытых территориях, на улице, например, уже не особенно нужны, можно ходить без них. Но в закрытых помещениях и в самолетах маски являются обязательными. И, конечно же, во всех отелях, практически во всех отелях, я, честно говоря, за время, сколько уже пандемия длится, ни разу не встречала, чтобы в отеле не выдавали маски. Но, тем не менее, если ваши гости летят в эмираты, напомните им, пожалуйста, что маски нужно взять с собой обязательно. Хотя бы в самолете она должна быть точно. Насчет перевозки. Сейчас нет чартерных авиакомпаний, которые бы летали в Дубай, но есть достаточное количество регулярных рейсов. На моем слайде, я думаю, что, опять же, это прописные истины. Авиакомпания Этихад, выполняющая свои прямые перелеты в столицу страны, в Эмират Абу-Даби,
Дубай у нас летает авиакомпания Fly Dubai и флагманская авиакомпания Emirates на A380 с удивительным сервисом на борту. Новости от авиакомпании Emirates вы также узнаете в нашем отдельном вебинаре в рамках обучающего проекта. Мы готовили эту презентацию на прошлой неделе, но до того ровно момента не успели сюда включить, что наконец-то у нас с 1 ноября будет летать авиакомпания, а Аэрофлот — российские авиалинии. Они начинают летать в октябре, но с 1 ноября будет 2 частоты рейсов в неделю. Это замечательная новость, которую мы все очень долго ждали. У нас посыпались сразу многочисленные бронирования на рейсах Аэрофлота в Дубае от наших дорогих агентов, чему мы очень рады. Видимо, все все-таки ждали Аэрофлот. Ну и плюс к тому, что мы же понимаем, да, что когда что-то выпускается на рынок, это было так неоднократно, билеты стоят очень приятных цен, но этот период продлится, к сожалению, недолго. Успейте купить билеты по привлекательным ценам, пока они еще есть в наличии, и прямые рейсы в Эмират Шарджа осуществляет авиакомпания Air Arabia. Не стоит пугаться абсолютно, что это лоукостер. Лично мне приятно всегда путешествовать в рейсах Air Arabia, потому что это новые самолеты. Я думаю, что кто уже слушал мои вебинары, вы помните, я уже рассказывала об этом, что авиакомпания Air Arabia, почему, собственно говоря, новые самолеты всегда? Потому что намного дешевле эксплуатировать борт до истечения срока гарантии, чем ремонтировать его после истечения этого срока. Поэтому практически все борта, они еще на гарантии, и они, естественно, новые. Дополнительно на Air Arabia вы можете заказать себе питание на борту и совершенно спокойно путешествовать с этой авиакомпанией в Шарджу. Очень компактный маленький аэропорт. Все достаточно быстро проходят процедуру досмотра и получения багажа, поэтому смущаться, что вы летите в Шарджу, даже если вы путешествуете в Эмират Дубай, совершенно точно, на мой взгляд, не стоит. Сертификат, Марина, здравствуйте, спасибо за ваш вопрос. Сертификат приболевших действует месяц. Опять же, вы можете посмотреть это на нашем сайте. Если месяц прошел, то сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест. Я могу сказать вам на личном опыте, что чаще проверяют ПЦР, чем вакцинацию. Например, для путешествия в Эмират Абу-Даби вам нужно и то, и то. Так вот, практически во всех местах смотрят именно ваш ПЦР, но не вакцину. Не знаю, ну вот это на практике такой момент. Самый популярный, конечно же, Эмират из всех семи для путешественников, безусловно, говорить об этом даже, наверное, не стоит, это Эмират Дубай. Здесь самое большое количество достопримечательностей, самые роскошные отели в Эмирате Дубай именно находятся в таком большом количестве, каким не может похвастаться, наверное, ни один другой Эмират. Но повторюсь, опять же, это такая стандартная фраза моя, что каждый Эмират по-своему привлекательный для гостей. На карте на нашей мы позначили самые популярные достопримечательности для тех гостей, которые выбирают этот Эмират Дубай для своего отдыха. Безусловно, Дубай Фрейм – это новая современная достопримечательность для гостей. Я очень советую, кто пока не поднимался на 130 метров над уровнем земли и не смотрел на Дубай с одной стороны старый, с другой стороны новый, именно с этой точки зрения построена сама по себе дубайская золотая рамка. Вы можете увидеть парк Забиль и старые кварталы города и соединить их прямо сразу, повернувшись в другую сторону с многочисленными современными достопримечательностями, безусловно, Бурдж-Халифа, та же самая, даже Бурдж-Аль-Араб виден оттуда. Помимо того, что это действительно очень красивый вид, это очень красивое и интересное интерактивное шоу на выходе из Дубая Фрейм, где можно посмотреть, как Дубай будет выглядеть в будущем. И, безусловно, все эти картинки компьютерные, которые нарисованы, никаких сомнений в том, что это будет феноменально круто, когда это воплотится в жизнь, нет ни у кого из нас. Повторюсь, что так как развивается этот Эмират, мало кто может похвастать. Рядышком у нас находится Дубай Молл, это самый большой торговый центр. Думаю, что, может быть, возможно, многие из вас еще не знают, что в Дубае строится второй Дубай Молл, и он еще будет больше, чем первый. Рядом с Дубай Молл у нас Бурдж-Халифа, у нас есть Дубайская опера, в которой проходят многочисленные концерты, зачастую это интересно даже россиянам. Здесь очень любят проезжать топовые звезды мировые, знаменитости музыкальные, поэтому если ваши гости меломаны, пожалуйста, вспоминайте, что ваши такие вот любители музыки могут посетить также Дубайскую оперу, насладиться в самых современных интерьерах безупречным звучанием. Дубайская опера не так давно открыта, но она очень популярна.
Рядом с Дубай Молл у нас, конечно же, шоу фонтанов, которое лучше смотреть вечером, каждые полчаса. Опять же, шоу не повторяется. Если вы будете находиться в Дубае в течение вечера, то каждый раз вы будете видеть гарантированно новую программу. Скажем, если вы в разные дни приходите, безусловно, возможно, вы попадете на повторение, но в течение одного вечера это невозможно. Здесь также запущены лодочки специально, которые приближают вас, насколько это можно, к Томочка, доброе утро, спасибо, что присоединилась. Лодочки, которые приближают вас еще ближе к фонтанам, которые вы прям можете, да, арендовать на входе, выход из Дубай Молла, вход из Дубай Молла буквально, да, это то же самое. И вы выходите, садитесь на лодку и катаетесь рядышком с фонтанами. Это тоже своеобразный приятный опыт, конечно же. Не так давно открытый музей будущего, мы советуем все-таки бронировать заранее, покупать билеты заранее, примерно недели за 2 либо за 10 дней. То есть если вы приехали в Дубай, отдыхаете, хотите, например, сегодня вечером попасть в музей будущего, будьте добры, пожалуйста, учтите, что вполне возможно билетов сюда не будет. Он всегда абсолютно битком. Мы всегда сейчас в наши фам-трипы в Эмират Дубай для наших агентов включаем музей будущего в программу, для того, чтобы наши агенты смогли насладиться той картинкой, которая... наверное, навряд ли повторимы в каких-либо других музеях. Конечно, есть музеи итальянские, да, но там совершенно другие шедевры, чем здесь. Но то, что здесь придумано, мало того, что, конечно, это само по себе здание очень необычное. Я думаю, что все вы видите арабский алфавит на фасаде. Это стихи шейха Мухаммеда бин Заеда, который он написал, ну, как бы, да, помимо всех своих прочих достоинств, он еще и поэт. Вот буквы из его строк здесь нанесены. Ну, и плюс тому, что внутри это, конечно, абсолютная фантастика, стоит когда-нибудь рано или поздно увидеть, говорить об этом больше не буду. Green Planet — это своеобразный ботанический сад в том месте, в котором вы навряд ли могли его себе представить в любых других странах. Представим себе, что 40 лет назад на месте сейчас современного Дубая была сплошная пустыня, не было абсолютно ничего, а тут у нас есть все, даже еще и ботанический сад. Это на самом деле очень красиво. Я очень советую всем, кто что-то ищет новое в Дубае, где он еще не был, обратите, пожалуйста, внимание, что в программу пребывания можно включить Green Planet и насладиться не только дивными абсолютно растениями, совершенно невероятно собранными в одну коллекцию, но и животными. У нас здесь живет ленивец замечательный, с которым можно сфотографироваться. Кстати, билет на посещение Green Planet самый дорогой, если вы хотите фотографии с ленивцем. Но я думаю, что это все-таки стоит того. Уникальные абсолютно животные, которые в непосредственной близости будут находиться рядом с вами. Шоу «Ла Перл», которое проходит у нас в сердце города, которое является абсолютно... точно самым фантастичным цирковым представлением. Ну, я, наверное, немного видела в этой жизни, но, тем не менее, это, конечно, фантастика абсолютная. Я навсегда запомню взгляд своих детей, которые первый раз посетили «Ла Перл», вышли оттуда просто с космически открытыми глазами, сказали: «Мама, это самое крутое, что мы видели». Хотя, наверное, мы все понимаем, что современная молодежь видит очень много в этой жизни. Это действительно... потрясающее шоу, которое всем абсолютно точно надо увидеть, пока оно еще идет в Дубае. И, пожалуйста, не забывайте о том, что у компании Pop Group вы можете забронировать сюда билеты различных категорий, потому что здесь разные категории билетов. Я советую все-таки заплатить за самый дорогой и смотреть непосредственной близости к сцене. Здесь очень много водных эффектов, и когда это все брызжет вам в лицо, и вы непосредственно близости находитесь с артистами, которые вам машут руками, улыбаются и в зрительном контакте с вами находятся. Слушайте, это правда, это такое погружение прямо в детство. Аквапарк в Ал-Вади, на самом деле аквапарк, конечно же, у нас в Дубае не один, но в Ал-Вади один из самых популярных для гостей. Находится он на территории между отелем Jumeirah Beach и между Медина Jumeirah, о которых мы скажем чуточку позже, и доступен для всех гостей. Напомню, что в период после январских новогодних праздников до февраля месяца аквапарк проходит техническую подготовку к сезону. Там не делаются новые горки, это просто технические работы. Но напомню, что все-таки бывают такие периоды, когда Ал-Вади закрыт. Сосредоточение огромное количество горок,
не так много, как в Кубарке в Атлантис, но тем не менее является приятным местом для проведения досуга всей семьей, особенно вместе с детьми. Идем дальше. Надо ускоряться, конечно, уже 20 минут. И Палм Джумейра, я думаю, что до сих пор существует стереотип. Я очень сильно извиняюсь, минуточку. Вам тоже предлагаю взять себе чай, потому что мы здесь надолго. До сих пор существует стереотип, что мы не хотим пальмы, потому что здесь не очень хорошее море. Мы не хотим пальмы, потому что здесь скучно. Мы хотим пальмы, потому что здесь, возможно, нет того, чего мы хотим увидеть в Эмирате Дубай. Я сломаю ваши стереотипы однозначно. Если вы сами еще не видели то, во что превращена сейчас Палм Джумейра, съездите, пожалуйста, посмотрите, потому что это действительно стоит того. Если раньше у нас здесь не было торгового центра, и гости вынуждены были отдыхать на Пальме и ездить в торговый центр, ближайший у нас находится в районе Дубай-Марин, называется Марина Молл, и тратить деньги на такси, либо время на дорогу, неважно, у кого какая проблема сейчас. На Хилл Молл построен на стволе Пальмы, прямо в серединочке. Да, я думаю, что это середина ствола, все-таки перед распускающейся короной, и заканчивается, когда вот эта вот большая дорога, которая ведет у нас, соединяя материк с островом, прямо в сердце. Здесь огромное количество магазинов, поверьте. Все это в такой непринужденной, спокойной обстановке можно сделать шопинг. Здесь очень много фудкорт, ресторанов. И можно покушать как демократично, так и выбрать что-то более дорогое. Действительно очень хороший торговый центр, который позволяет вам не уезжать с Пальмы и сделать приятный шопинг. Или стыдною топают ноги. Скажу честно, Надежда, отель рознь. И вопрос в том, когда это было с гостями. Дело в том, что, отвлекаясь немножко от достопримечательности Пальмы, действительно много очень стоит под короной Пальмы насосов, которые качают воду извне внутрь Пальмы. Это раз. Во-вторых, все-таки мы понимаем прекрасно, что Палм Джумейра – это такой закрытый немного, да, археологический момент, который и видно, собственно, это по карте, это не открытое море. Если кто-то до сих пор считает, что с короны Пальмы можно прыгать в сторону открытого моря и там купаться, то это не так, безусловно. В сторону открытого моря пляжей нет. Все у нас пляжи смотрят внутрь Пальмы. Но, тем не менее, да, существуют такие своеобразные, скажем так, моменты, но в тех отелях, в которых не очень хорошие пляжи, на мой взгляд, есть такое количество всем, чем можно только заняться, такое количество развлечений, что если ты сознательно едешь на Пальму и ищешь потрясающие красоты моря открытой, это, конечно, ошибка. Но если вы хотите соединить отель, в котором есть безупречные развлечения, комфортная цена для многих, да, потому что не секрет, что отели Пальмы стоят не настолько дорого, как те отели, которые находятся на открытом побережье, то каждому, скажем так, туристу свой момент. В отелях Пальмы безумное количество гостей и сейчас, и весь сезон, поэтому просто ошибочно, наверное, думать, что это открытое море изначально. Вернусь к тому, что есть зона West Beach, которая... Так, у меня сейчас указку немножечко включу. West Beach – это зона променада, которая соединяет начало ствола пальмы с концом, который находится рядом с Нахилл Молл. Это такое большое... Я думаю, что вы послушаете Ларису в следующей презентации, которая будет 15 сентября. Это управление, департамент по туризму Эмирата Дубай, и она расскажет и покажет вам видео, как это выглядит в реале. Но так вот в двух словах, это большая променадная зона, которая находится вдоль пляжной линии и на которой находится огромное количество ресторанов всевозможных кухонь. Вы можете гулять по этой зоне, можете зайти в ресторан, можете насладиться красивыми видами, можете сделать прекрасные фотографии. Это одна из таких замечательных, привлекательных поинтов для гостей Эмирата. И есть The Point, который находится у нас в конце короны. Замечательная также зона с удивительным количеством ресторанов. Сама пробовала, сама была. Это безумно вкусно. И по соотношению цена-качество это намного дешевле, чем вы будете кушать, например, в зоне The Beach на GBR. Чуть попозже скажу, где это. Но это зона GBR, где у нас находятся основные пляжные отели Эмирата Дубай.
такси. Сейчас, момент, Наталья, расскажу. В Пойнте есть свое шоу фонтанов. И чем отличается шоу фонтанов Пойнт от шоу фонтанов в Дубай-Моле? Тем, что оно разноцветное. У нас очень многим почему-то фонтанов в Дубай-Моле не хватает цвета. Так вот, если вам нужны разноцветные фонтаны, приезжайте на The Point. Напротив The Point находится у нас отель Atlantis The Palm Dubai. И из номеров, которые смотрят на пальму, номера, которые называются Palm View, сидя прямо в номере на своей кровати, вы можете наблюдать это замечательное шоу фонтанов. Действительно, очень инстаграмное место, очень вкусное место, очень популярное у наших туристов. Aquaventure – это один из самых больших аквапарков на Ближнем Востоке. Это место паломничества людей, которые любят горки. Я не могу свое пребывание в Дубае представить себе без Aquaventure, и всем советую все-таки приезжать в этот аквапарк, потрясающе насладиться теми моментами, которые делают нас все-таки немножечко детьми. Огромное количество аттракционов для самых малышей до любителей экстрима. Здесь есть действительно экстремальные горки. Здесь есть новая гора, третья. Раньше было две горы. Сначала изначально, когда открывался аквапарк, она была одна, потом добавили другую, потом добавили третью. Теперь это огромное количество аттракционов. Здесь в аквапарке проводятся вечеринки с диджеями, с лазерными шоу. Здесь есть свой зиплайн, когда вы можете на канате попересечь абсолютно весь аквапарк. Здесь есть горки, в которых вы соревнуетесь на время, как быстро вы скатываетесь вниз. И это просто абсолютно такой элемент соревнования, он вносит замечательные такой веселые моменты в ваше пребывание в парке Aquaventure. Есть точка, где вы прыгаете в воду с разных уровней вспышки. Здесь чего только нет. И, безусловно, Aquaventure очень, очень популярное место для того, чтобы приехать сюда и поразвлечься, даже если вы не останавливаетесь в отеле Atlantis The Palm Dubai. Значит, такси не более двух человек, сняты ли ограничения? Нет, не снято ограничение. Если у вас больше, чем два человека, вы не можете сидеть по-прежнему с водителем. Если у вас больше, значит, нужно брать большую машину, либо несколько машин, смотря на то, насколько у вас больше. И цена, значит, в Эмирате Дубай, когда вы садитесь, в разных Эмиратах разная плата, когда вы садитесь, автоматом добавляется у вас уже определенная цифра на счетчике. А в Эмирате Дубай это 6 дирхам, дальше вы катаетесь сколько вам нужно. Последний раз, откуда куда, да? Ну, например, из Медината до Атлантиса последний раз я платила 35 дирхам за такси. Конечно, все зависит от пробок, но даже если честно, сильные пробки не добавляют, скажем так, к этой истории больших денег. Значит, в классику такси нет. Не берут, Ирин. Некоторые берут, но это не по правилам. Нельзя. То есть я вот, например, честно скажу, у меня есть две взрослые дочки. Последний раз мы были в Дубае втроем с ними. Ну, я третья. И далеко не каждое такси нас взяли. Я думаю, что из пяти машин одна. Но это так уже, знаете, ну, мы вечером едем, нас не остановят. Это в любом случае не по правилам. Поэтому если у вас трое, большая машина. Так, чуть запуталась. Дойти пешком. Отели можно ли дойти до материка или только на такси? Ну, вы знаете, вообще, конечно, можно дойти. Дорога как бы для этого есть. И если очень сильно нужно, то дойдете. Но это как-то совсем странно. Во-первых, жарко. Во-вторых, зачем? А в-третьих, вы потратите действительно много времени, потому что это кажется, что это маленькое расстояние. Садитесь, да, вам правильно подсказали. Ну вот да, Сергей, я честно просто постеснялась так сказать. Садитесь на монорельс, попробуйте, что такое монорельс. Это прекрасный опыт. Здесь три остановки всего. Одна остановка в начале, другая рядом с Нахилмул, и третья уже сразу возле Атлантиса. Ну, попробуйте сократить так проезд. Если вы меня сейчас спросите, как такси платить, естественно, наличными либо карточками. Напомню, что карты МИР в Эмиратах не принимаются к оплате. UniPay принимается через раз. Я не могу, к сожалению, вам гарантировать, что конкретно тот терминал, через который вы будете проводить оплату либо в такси, либо в отеле, либо в магазине, будет 100% срабатывать. Поэтому это, как мы любим говорить на Ближнем Востоке, больше иншалла. Как Бог даст. Гарантированно только наличные, либо карты западных банков. Не российских точно.
Пешком лучше возле The Point или в Death Beach? Сергей, честно, я посоветовала бы вам The Point вечером однозначно, потому что Death Beach, по сути, это отели плюс рестораны, а The Point — это магазины, рестораны и плюс еще шоу фонтанов и безупречно красивый вид на Атлантис. Так видно, как отсюда Атлантис, как бы не видно ниоткуда, поэтому, конечно, инстаграмная очень история получается. Картой рассчитаться в такси. Земфир, здравствуйте, с вами особенное здравствуйте. Я очень вам благодарна, что вы смотрите все наши обучающие проекты. Я слежу за вашим инстаграмом. Вы огромный молодец. И я никогда не стесняюсь сказать спасибо людям, которые знают больше меня. Спасибо вам большое. Переходим дальше. Не все отели отметили здесь на карте, безусловно. Отметили только самое популярное. И невозможно говорить, опять же, повторюсь, в рамках двухчасового вебинара по всем отелям Палм-Джумейра. Скажу от себя, что вот разговоры, если, опять же, возвращать к тому, что у нас некоторых выли ноги утопают, пожалуйста, выбирайте отели, которые находятся рядом с разделениями Пальмы. Например, Изабель-Сарай. Вот рядышком я точечку сейчас держу здесь. One and only the Palm, а рядом с Изабель-Сараем, если мы проедем с вами вот этот мост, мы окажемся в первом отеле W The Palm. У нас будет вебинар чуть позже об этом отеле. Я была поражена, насколько там прекрасный пляж. Честно могу вам сказать. Потрясающий пляж у Raffles The Palm. Здесь он рядышком у нас находится. Почему? Потому что, во-первых, здесь есть сетки, которые у нас до дна находятся. Такие же сетки у нас есть в Waldorf Astoria. Здесь нет никаких неприятных моментов, связанных с медузами, например, да, потому что сетка действительно очень... Такие маленькие квадратики, которые не пропускают никаких гадов и неприятных рыб, возможно, да. Здесь рыба есть, не надо думать, что это какое-то болото, да, или там отстойная вода. Здесь сообщающаяся, повторюсь, вода. И действительно хорошая насосная станция находится. Поэтому, если хочется минимизировать, я, мне, например, на Пальме очень удобно в Валдорфе, потому что есть эта сетка, либо в Раффлс. Но, опять же, повторюсь, если хотите действительно такой пляж, который больше будет иметь сообщение с внешним миром, именно про воду, если говорить, то выбираем рядом с разделениями Пальмы, рядом с разделениями Карвана. Риксос Палм, думаю, все знают прекрасно, отель гарантированно работающий на все включено, предлагающий огромное количество развлечений, помимо того, что есть все включено. Чуть попозже, подробнее, плюс у нас будет отдельный вебинар. Анатара Палм Дубай. Скажу чуть позже, также есть у нас отдельный слайд. Waldorf Astoria также, Atlantis The Royal, который мы все безумно ждем. Ждем уже с таким нетерпением, с которым вообще, в принципе, только возможно ждать любой один из отелей, который, когда откроется, это будет что-то совершенно бомбическое, на мой взгляд. И Atlantis The Palm. Напомню, что по отелям Atlantis The Palm и Atlantis The Royal у нас будет вебинар отдельный, который мы проведем 13 числа, это будет уже завтра, присоединяйтесь и слушайте, это мое любимое, это, знаете, это вот когда у Терехова есть какой-то наркотик, вот о чем мы вот можем говорить бесконечно, это, конечно, отель Atlantis, потому что очень многие, конечно, несмотря на то, что отмечают, что здесь пляж не такой, как они ожидали, послушайте, в Атлантисе есть столько всего, чтобы вообще не доходили до пляжа, как ни в одном другом отеле мира, как мне кажется. Чего здесь только нет, вам расскажут об этом завтра, безусловно, более подробно, чем я. От себя могу сказать, что это самый наш любимый отель для бронирования, всегда очень четко и понятно, всегда отель слышит наши просьбы по нашим дорогим гостям. Океанариум, аквапарк, чего только нет, да, абсолютно феноменальное количество всевозможных развлечений для гостей. Я напомню, что Atlantis The Palm вы можете смело комбинировать с любыми другими эмиратами, с любыми отелями. Это самый часто комбинируемый отель, потому что если гости не хотят, например, все время проводить свой эффект, свой отпуск в вау-эффекте от количества развлечений, которые предлагает курорт, а потом хотят соединить его с пляжем другим, например, с более спокойным отдыхом, с более приватным отдыхом, пожалуйста, комбинируйте его. 3-5 ночей, возможно, для семьи из двух взрослых и двух детей. Здесь предостаточно, чтобы облазить здесь все, попробовать на себе все, а потом уехать в более спокойный эмират. На мой взгляд, это правильное решение. И плюс к тому, что если вы не являетесь гостем Atlantis The Palm, вам абсолютно за все здесь нужно платить, когда вы приезжаете, например, просто в Atlantis, в аквапарк, когда вы, не знаю, приезжаете в
The Lost Chambers — это океанариум в стиле закрытый океанариум в стиле потопленной Атлантиды с безумным количеством потрясающих всевозможных животных морских. Раньше можно было прийти и посмотреть стену из этого океанариума напротив ресторана «Калейдоскоп» на первом этаже для всех гостей сейчас, и эта функция платна. Поэтому все то наличие безумных развлечений, которое включено в стоимость проживания в Атланте с Топалом, безусловно, правильный выбор для комбинации. Плюс к тому, что здесь есть отдельные привилегии для клубных номеров и для номеров категории «Suite». Это бесплатный трансфер индивидуально из аэропорта Дубая и обратно. И, безусловно, самое бомбическое, что есть в этом, наверное, всем, в том, что вы бронируете клубный номер, это двухэтажный доступ в двухэтажный клубный лаунж, где вы можете поздний завтрак проводить с шампанским, можете прийти на обед, можете на ужин. Все это в более приватной, безусловно, обстановке, чем это проходит в основных двух ресторанах, которые находятся по одному из каждой башен. И то, как здесь обслуживают, то, как здесь кормят, то, как относятся к гостям, конечно, это отдельная абсолютная история. В общем, все от обычных категорий гостей до VIP-гостей в Атлантисе, безусловно, возведено до, скажем так, высшей точки гостеприимства. Ну и плюс Атлантис The Royal, как я уже повторюсь, мы все очень сильно ждем, что же это будет. Это будет феноменально, очень круто и совершенно фантастичным отелем. Я скажу вам только одну, например, деталь, чтобы представить масштабы этого отеля. Даже, наверное, две скажу, да. Одна, что парковка этого отеля уходит на минус 8 этажей вниз под землю. Вы представляете, да, какие-то объемы стройки, которые были, которые уже завершены, и идут уже только отладка, мебель, электрика, все вау-эффекты, которые есть в убранстве этих комнат, сейчас до конца доводятся, и поздней осенью мы ждем открытия. Это будет, как всегда, очень грандиозно, как открывался первый Атлантис The Palm, запомнил весь Дубай, я думаю, что когда будет открываться Атлантис The Royal, это запомнит не меньше. Здесь будет свое шоу фонтанов, и здесь на входе в лобби будет огромный аквариум, в котором будет находиться 4000 медуз. И думаю, что каждый гость, который посетит этот отель, и который уже пытается, у нас очень много запросов, да, эти цены мы хотим забронировать, пока это преждевременно, немножечко нужно еще все-таки подождать. Но то, что это будет бомба, это однозначно. Я дико извиняюсь за свой сленг, но мне очень сложно подобрать слово другое к этому. У нас будет отдельный вебинар, опять же, завтра по курортам Анантара. У нас два отеля Анантара в Дубае сейчас. Отель Анантара The Palm, который предлагает единственный из отелей в Эмирате Дубай. Ночные купания в бухтах, три лагуны, которые есть в отеле. В них можно купаться ночью. Превосходный абсолютно отель, один из моих любимых отелей для семейного отдыха. Есть апартаменты и обычные комнаты в здании, которые я показываю вам сейчас на экране своей указкой. И есть Deluxe и Premier Lagoon комнаты, которые есть на первом этаже с выходом к бассейну, сразу есть. На втором этаже, когда вы выходите в сторону сада, но у вас балкон в сторону лагун, вы купаетесь в этих лагунах, здесь есть прекрасные лодочки тайские, которые привозят вам фрукты, либо вы можете заказать какие-то напитки. Окончание этих лагун прямо в бассейне. Песок здесь постоянно тусят у нас многочисленные детишки. В основном бассейне постоянно проводятся развлекательные мероприятия. Огромный плюс этого отеля в том, что та анимация, которая здесь есть, которую очень многие ищут в отелях Дубая, но не находят, потому что это нестандартно, в общем, да, для вообще эмиратских отелей здесь есть. И она такая, знаете, приятная, ненавязчивая и такая, настолько приятно активная, что даже если вы тот человек, которому абсолютно все это по барабану, вы все равно себя заставите поиграть в мяч или соединиться с командой в каком-то другом водном сражении, которое устраивает здесь Dream Team. Я считаю, что здесь персонал просто превосходный. Недавно мы отмечали буквально 9 лет этому курорту. Здесь есть уникальные водные виллы, которых нет нигде, и также есть приватные виллы, которые проходят у нас по береговой линии с одной и двумя спальнями, где вы можете абсолютно отгородиться от пляжа с жалюзи, и если вы их открываете, у вас Арабский залив прямо в вашем окошке. Все у нас виллы с бассейнами. Вообще вильный продукт, как бы, да, для Эмирата Дубай не очень типичный, далеко не в каждом отеле вы найдете виллы. Но на моем опыте продавца, если в других топовых отелях не хватает виллы, вы рискнете предложить
вот эти виллы, которые находятся на пляже, либо водные виллы вашим гостям, несмотря на то, что они, возможно, считают, что Анантара – это несколько не их уровень, такое было тоже в моей практике, поверьте, риск оправдан. Очень часто нам говорят спасибо за это, потому что виллы, безусловно, приоритет абсолютный в обслуживании в отелях Анантара де Палм. И в 4 километрах от береговой полосы Дубая, я думаю, что все прекрасно знают, это проект, который называется The World, 303 острова, которые на карте выглядят как карты этого мира. Практически все острова, я думаю, что, если я правильно назову вам год, 2008, уже 70% всех островов были раскуплены. Это уникальный проект абсолютно, не только для страны, но и вообще для мира. Вы можете почитать, в принципе, насколько сложно было построить этот проект, и вам многие вещи покажутся еще более впечатляющими. Конечно, как в этой стране все вау, но это особенно, что, например, тянется все электричество и питьевая вода сюда именно с материка, да, не как по-другому, что сюда не возили кораблями этот песок насыпной для того, чтобы сделать острова в форме карты мира, а это вымывали со дна специальными машинами и рассыпали этот песок специально в той форме, в которой нужно. В общем, нюансов очень много, но один из тех курортов, которые уже работают, это называется у нас Анантара. Здесь 70 номеров и вилл различных категорий, очень приватное нахождение. Как добраться сюда с вот этого вот, с этой линии вилл водных в Анантара де Палм? Их две всего, и с одной из них курсирует специальный катер, который привозит вас в течение, заявлено 25-30 минут, но все зависит от волнения моря, это может занять чуточку больше времени. Все это природа, прогнозировать ее довольно сложно. Специальным трансфером вас доставляют сюда, в Анантара The World, и вы наслаждаетесь. Я сразу скажу, конечно, что ценник действительно серьезный, но если гости хотят некий такой налет на арабские Мальдивы, на приватность, на особенный опыт в Эмиратах, то, пожалуйста, смело можно уже предлагать этот курорт. И опять же повторюсь, что можно комбинировать, посчитать несколько ночей здесь пребывания, остальные, например, на курорте Анантара де Палм, либо любой другой курорт, другой эмират, и соединить разные типы отдыхов и подарить вашим гостям еще больше приятных и незабываемых впечатлений от отдыха в Эмиратах. Забиль-Сарай, отель группы Джумейра, наш знаменитый Османский дворец. Несколько слов буквально о нем. Один из самых демократичных отелей по цене среди всех отелей группы Джумейра, среди пляжных резортов в Дубае, с уникальным Infinity Pool, с самым большим на Ближнем Востоке спа, двухэтажный, огромный спа. И если вы являетесь гостями отеля Забиль-Сарай, я вас очень сильно прошу, дойдите, пожалуйста, до спа, насладитесь этим невероятным абсолютно опытом, потому что здесь есть потрясающая снежная комната. Знаете, если раньше Забиль-Сарай хвастался, что у нас одних снежная комната в Дубае среди спа. Нет, уже не одних, конечно, но одна из самых больших и знаковых все-таки тут. Потрясающие хамамы, снежная комната, сауны, все это. Если вы гость отеля, можно сделать и бесплатно, посетить бесплатно. Очень красивый закрытый бассейн. Доступ для детишек сюда запрещен, только с детьми после 12 лет. Но это и правильно, потому что эта зона должна быть тихая, релакса и, скажем так, наслаждение собой в потрясающих интерьерах. Тот бассейн, который у нас закрыт, который звездным небом над вами, это, конечно, определенный опыт, особенно для дам. Не забывайте, пожалуйста, что это самый большой спа на Ближнем Востоке. Очень хороший пляж, честно вам могу сказать. Из нюансов новых, мы перестали предоставлять бесплатный трансфер, бесплатное пользование аквапарком в Алдваде. Мы, это я имею в виду Забиль-Сарай, не поп-групп. Теперь этой функции нет, и мы обращаем особенное внимание наших продавцов на это, потому что все очень привыкли, что из Забиль-Сарая можно бесплатно ездить в Алдваде. Все это теперь невозможно. И из последних новинок напомню, что Забиль-Сарай ждет реновация. Все будет совершенно реновировано в другом стиле, не в том, который сейчас присущ отелю. Поэтому если ваши гости хотят насладиться по-прежнему таким османско
имперским стилем, с золотом в убранстве и с потрясающим интерьером, спешите это сделать. Я напомню, что золото в украшении интерьеров лобби этого отеля было использовано больше, чем в отеле Бурдж-Аль-Араб. Поэтому здесь, конечно, своеобразный опыт. И также здесь есть резиденции с большим количеством спален, 4-5, но если ваши гости хотят меньше спален, я напомню, что в резиденциях в Забельсарае вы можете запрашивать у нас, сколько спален нужно гостям. Мы запрашиваем специальный рейд у Забельсарая. И по, скажем, ценам винный продукт именно Джумейра Забельсарая один из самых привлекательных. Поэтому я напомню, что несмотря на то, что здесь есть 5-спальневые виллы, мы можем сделать из нее 3-спальневую. Спальни закрываться не будут, но это будет специальный тариф для ваших гостей. Очень популярная история. Вообще виллы в Забельсарае продаются намного быстрее, чем номера. Поэтому обращайте внимание, пожалуйста, также на этот момент. История бренда Waldorf Astoria. Не знаю, насколько знаете вы или не знаете. Я буквально в двух словах уточню, что в каждом из Waldorf Astoria есть point meet at the clock. И я думаю, что если вы понимаете историю бренда, философию бренда, все знают, почему в лобби Waldorf Astoria в любом из отелей по всему миру будут часы. В 1897 году Джейкоб Астер IV открыл отель Waldorf Astoria, первый отель. И с тех пор, как эта сеть отелей наращивала свои объемы по всему миру, это отель, который во многом всегда, в очень многих даже университетах по гостеприимству ставится в такой некий образец обслуживания гостей, потому что именно бренд Waldorf Astoria задавал во многом очень долгое количество лет те стандарты, по которым обслуживались VIP-гости. Достаточно сказать, что именно в этих отелях первых появилось электричество. И то, во что превращен сервис именно Waldorf Astoria, это, конечно, отдельная история для гостей. А почему Meet at the Clock, например, да, и почему всегда, когда вы заходите в отель Waldorf Astoria, если вы посмотрите внимательно, вы всегда найдете что-то общее с палубой корабля. К сожалению, в 1912 году на борту «Титаника» погиб как раз этот Джейкоб Астер IV. Он был одним из гостей легендарного «Титаника» вместе со своей супругой. И супруга спаслась. И он, к сожалению, погиб, как и очень многие мужчины. Он пытался влезть в шлюпку, в которой находилась его жена, но потом, потом он стал все-таки джентльменом и не сел и не спасся. Его на тело нашли, и его супруга, которая... Я пытаюсь как бы кратко, да, сейчас, ну, как бы, потому что история, на самом деле, в бренде очень длинная. Его супруга в память о нем создала некий такой вот, да, как бы стандарт постройки отеля Waldorf, чтобы всегда была палуба корабля, которая напоминает о погибших на «Титанике» людях, и Meet at the Clock, потому что на «Титанике», все, я думаю, все помнят это из фильма, встреча гостей вечером к ужину проходила как раз у часов. Поэтому в любом из отелей Waldorf'а, Waldorf Astoria по всему миру, вы найдете именно часы. Waldorf Astoria Palm Jumeirah не настолько роскошные часы, как в другом отеле, который находится на территории УАЭ в Эмирате Рассельхейма, но также часы есть, и палуба «Титаника» сохранена. Waldorf Astoria был первым отелем, который принял первых спасенных пассажиров «Титаника». Поэтому вот такая вот аллегория прослеживается именно в этих отелях. Я думаю, что вас, как продавцов отелей, сделает сильнее и, скажем так, более образованных, когда вы знаете такие истории. В 49-м году Брэнд Хилтон купил Waldorf Astoria. Я думаю, что все знают, что в конгломерате Хилтон очень много дивизионов различных, но Waldorf Astoria остается одним из самых топовых для VIP-гостей брендом и по сей день. Это очень элегантный курорт, который славится своими традициями приема гостей. Сюда, приходя на пляж, вам непременно принесут холодную воду в специальных брендовых сумках холодных. Вам придет специальный человек в течение вашего нахождения на пляже, протрет вам очки, у вас будет потрясающая возможность как
вот с этой стороны семейный бассейн, здесь с другой стороны все-таки adults only, более тихая гавань для людей, которые хотят без детей находиться. А вот сюда вот внутрь можно зайти и посмотреть сад дивных таких растений, трав, которые выращивают отели, которые во многом иногда приходят к вашему столу, когда вы кушаете на ужине. Очень много поинтов таких элегантных, красивых, для того, чтобы люди отдыхали стильно, расслабленно. И здесь нет каких-то анимационных мероприятий, каких-то громких криков, кроме птиц, наверное, да, которые летают. Поэтому Валдорф для спокойного семейного релакса. Очень много возможностей прекрасно отдохнуть в свитах, потому что клубный лаунж отеля предлагает тоже большое количество комплиментов и приватного нахождения ваших гостей. Клубные номера здесь также стоит бронировать, безусловно. Замечу, что здесь есть два топовых ресторана, которые входят в концепцию питания Half-Board. Один азиатский, который находится у нас вот здесь на первом этаже, и который славится своими подачами. Это происходит очень необычно, очень красиво. И когда горят вечером костры, и вам специальные азиатские... как их назвать, официанты приносят очень вкусную приготовленную вьетнамскую азиатскую еду. Это такой тоже необычный опыт. Пожалуйста, не забывайте, что а-ля-карт ресторан входит в концепцию халфборда. И на втором этаже отеля есть потрясающий social black. Это итальянская кухня, открытая, где работают феноменально потрясающие официанты, которые приходят к вам, рассказывают, из чего конкретно приготовлено блюдо, как его лучше с чем сочетать. Кухня абсолютно великолепная, и этот ресторан также входит в концепт халфборда. Определенная сумма на чеке фиксируется, все остальное, то, что вы кушаете, заказываете дополнительно, оплачивается экстра. Но и то, что входит именно в эту сумму на халфборде, тоже хватает для того, чтобы сделать ваше пребывание совершенно необычным в Валдорфе, помимо основного питания на шведском столе на первом этаже отеля. Я пытаюсь кратко, но что-то мне не очень получается. Про Риксос можно я говорить также долго не буду, потому что у нас будет вебинар. Мы поставили его на слайд, чтобы напомнить вам дату проведения вебинара 14 сентября. Присоединяйтесь, пожалуйста. Один из самых энергичных отелей на Пальме и вообще в Дубае. Один из самых таких семейных, добротных резортов, где вы, вот, когда находитесь с семьей, можете абсолютно спокойно отправить ваших детей в Рикси-клуб, знаменитые Рикси-клубы во всех отелях Риксос с русскоговорящим персоналом. Дети заняты постоянно, поэтому у вас будет несколько часов времени для того, чтобы насладиться отдыхом либо со своей второй половиной, либо самим. Но, тем не менее, возможность такая есть, потому что Рикси-клуб – это чудесная возможность оставить ваших детишек. Два у нас больших, такие две больших глобальных части курорта. Одна новая, одна старая, более старая, но тем не менее, та, которая первоначально была открыта под реновацией, и все номера обновляются сейчас, и будет уже вот в скорейшем будущем у нас все очень красиво, замечательно, если кого-то смущали такие номера, которые уже как бы не совсем новые, но по понятным причинам, в общем, достаточно большое количество времени уже прошло с момента открытия резорта. Отель очень популярный, зачастую стоит на стопе, поэтому понятно, что косметический ремонт был нужен, и он проводится. Есть в отеле специальные номера, которые называются Wellness. Находятся они с выходом к Wellness-бассейну, куда запрещен вход детям. И детей же, соответственно, Wellness-room не селят по этой причине, потому что сразу буквально вы оказываетесь в бассейне. Потрясающе здесь проводятся, я могу сказать, тренировки по сайту в воде, куда огромная запись существует гостей. Вообще, на самом деле, находясь в Риксос де Палм в качестве гостя, вы каждый день получаете программу всех развлечений, которые проводятся для гостей на территории курорта каждый день. И вам нужно только одного, скажем так, момента найти для себя такого любимого, чтобы успеть куда-то записаться, потому что очень много всего. Знать об этом невозможно и запомнить об этом невозможно, поэтому, пожалуйста, напоминайте вашим гостям, чтобы они следили за программой пребывания на курорте и внимательно выбирали себе, что они хотят, например, сделать завтра, потому что можно не успеть. Очень популярная история, и очень много, скажем так, да, того, что есть экстра в отеле именно в Риксос де Палм, чего нет в других отелях, поэтому здесь прям с утра до вечера ты в драйве, в каком-то движухе постоянно находишься.
Очень энергично, очень стильно. И повторюсь, что здесь, кстати, у нас очень хорошее море, потому что это отель у нас последний на Короне. Дальше уже большая, скажем так, полоса, которая разделяет Пальму от материка. Вода заходит сюда в большом количестве, плюс стоит насос, поэтому получается, что здесь приятно плавать, на самом деле. А ноги не утопают здесь в иле. Так. Популярные курорты Дубая, которые у нас не на Пальме, о которых можно говорить также бесконечно долго, но буквально вот чтобы вы понимали на карте, где что находится, потому что, например, у нас очень многие считают, что Мандарин Ориентал находится на Джумейре, но как бы совсем не Джумейре, да, поэтому если быть внимательным к названию на отеле, Мандарин Ориентал Джумейра пишется без буквы H на конце, как пишутся, например, вот эти, да, отели наши знаменитые или Мединат. Поэтому это не Джумейра, а это немножечко другая история. Отметила их специально на карте для того, чтобы вы понимали, где что. Некий бич у нас вот здесь, мы сейчас чуточку попозже, я перейду к слайду об этом отеле. Рядышком с Dubai Frames, Green Planet, о котором мы говорили. И здесь у нас, когда мы выезжаем с острова, который у нас находится не так далеко от аэропорта Дубая, да, что интересно есть, не забывайте, пожалуйста, многие об этом, скажем так, не то чтобы не забывают, но и не знают о том, что есть музей Этихад Мюзеем, это история Эмирата, это создание Эмирата, это история о том, как жили в Эмиратах люди, например, вот здесь есть паспорт президента страны, первый паспорт. Здесь еще много можно узнать нового, интересного о создании страны, о том, как она рождалась, как она развивалась и как пришла к такому феноменально роскошному, ну, опять же, да, это слово какой-то уже паразит у меня, но я не могу говорить о Эмиратах в других каких-то меньших степенях восторга. Здание в виде сложенной бумаги пополам и 7 ручек, символизирующие 7 эмират, воткнуты в эту бумагу. Это то, что вы можете увидеть снаружи, а то, что внутри, очень многие упускают эту возможность, не зная, что это музей, не заходят туда. А вы попробуйте зайдите, вам очень понравится, потому что это очень много дает представление о развитии этой страны. Rixos Premium, не буду говорить ничего, потому что опять же будет вебинар, слайдов очень много еще осталось, но это просто вот, да, опять же, слайды для того, чтобы вы понимали и запомнили еще раз, что у нас будут отдельные вебинары по нашим любимым, самым продаваемым отелям Эмирата Дубая, Caesars Palace и Rixos Premium. А вот по Ritz-Carlton или Royal Meridian буквально пару слов скажу. Ritz-Carlton по праву считается одним из наших самых любимых курортов, который находится на GBR, Jumeirah Beach Residence. Это улица, которая сосредоточает в себе самые популярные пляжные резорты Эмирата Дубай, начиная с Хаптура, который вы видите у меня на картинке, который находится за Royal Meridian. И пошли дальше у нас буквально до конца. Вот эта улица, если... Ну, пусть бы так, наверное, не улица уже, да, наверное, все-таки целый район, который находится у нас на первой береговой линии и доходит нас до того моста, который везет нас в Caesars Palace. Для Royal Meridian, Ritz-Carlton, одни из самых популярных отелей для семейного отдыха. Ни в коем случае не говорю о них вместе, не сравнивая, потому что все-таки Ritz – это Ritz-Carlton. Это приветствие ваших гостей, дорогие леди и джентльмены, скажет вам каждый, кто встречает гостей в лобби этого уникального отеля. Потрясающие абсолютно виды, безумный сервис. Я очень советую все-таки бронировать здесь клубные номера. Здесь есть номера с видом на сад клубные. Уточню, что нет номеров, которые смотрят у вас в сторону города. Они все обращены в сторону моря. Но чем ниже у вас категория номера, тем больше у вас сада, и тем меньше вы видите море. Поэтому мы не можем назвать их Sea View. Мы говорим о них как Garden View. Есть клубные комнаты Garden, Club Garden View и Club Ocean View. Чем выше номер, опять же, чем больше у вас море в окне, тем больше у вас Ocean View. Но Garden – это не значит, что в сторону города. Да? Я повторюсь, чтобы четко понимали те, кто не совсем еще в курсе. Чем замечательный клубный лаунж? Тем, что здесь подаются 5 кулинарных сессий в течение дня. С детишками, с маленькими мы сюда заходим с вами только до 19:30 вечера, строго и вечером сюда не ходим. Здесь есть happy hours, когда ваши гости могут
скажем так, бронируя half-board, получить чуточку all-inclusive, о котором мы не любим говорить в отеле в GBR. Здесь нет отелей, которые работают на all-inclusive. Но, тем не менее, фактически так и получается, потому что когда вы здесь проводите поздний завтрак, ланч или ужин, да, конечно, это не то количество еды, которое есть в огромном количестве ресторанов, которые включены в half-board diner round Ritz-Carlton. И итальянская кухня, удивительная абсолютно. Какой там шеф-повар, бог мой, это невозможно, правда. То, как он готовит, это какой-то снос головного мозга. Но и даже в клубном лаунже, несмотря на то, что это усеченное меню, конечно, по количеству блюд, здесь можно прекрасно проводить время и много денег сэкономить на самом деле, потому что, знаете, это какая-то удивительная история, что очень многие до сих пор агенты нас спрашивают, включены ли алкогольные напитки местного производства в отеле Хуае. О каком местном производстве в Эмиратах УАЭ алкоголя вообще идет речь, для нас в подгруппе не очень понятно, наверное, непонятно в принципе ни в одной компании. В Эмиратах не производят вино, не гонят какие-то виски, да, и не производят водку, да, поэтому местных алкогольных напитков как бы априори быть не может в странах Ближнего Востока и в Эмиратах в частности. Но здесь вы существенно экономите средства. Разница между бронированием обычного номера и клубного номера совершенно не та, которую вы, скажем так, получаете в итоге, когда вы покупаете себе воду или соки, или софт-дринкс, любые другие на ужине или на обеде. А они никогда не включены ни в обед, ни в ужин. Тем более, когда вы заказываете себе бутылочку просекко на обед или на ужин также, да, это действительно... В отелях, в эмиратских алкоголь стоит очень больших денег. Поэтому если ваши гости предпочитают все-таки бокал вина на обед либо на ужин, то предложите им, пожалуйста, в Ritz-Carlton клубные комнаты. Они вам скажут точно спасибо. В Ritz-Carlton из новинок открылся потрясающий ресторан на пляже. Близко к пляжу максимально, насколько это возможно, находится этот ресторан. И вечером, когда вы покушали, вышли на берег, сели на... такие своеобразные, красивые у них сиденья находятся прямо на берегу, смотрите на звезды с бокалом вина, например, да, если кто-то этого не пьет, что угодно в вашем бокале может быть, но это будут феноменально незабываемые ощущения, потому что в Ritz-Carlton вот все, что угодно. И я могу вам честно даже еще посоветовать, что в Ritz-Carlton – это семейные комнаты. Пожалуйста, если у вас гости, семья, берем им family комнаты в Ritz-Carlton. Мы не бронируем два отдельных номера, потом просим сделать нам их номера рядом. Это практически невозможно. Обращайте ваше внимание, что в Ritz-Carlton номера есть семейные. Это два гарантированных номера, которые объединены между собой. Не interconnect door, не с дверью, которая у вас находится в стене, которая гарантирует вам слышимость соседнего номера в районе 100%. А это interleading door, это та дверь, которая делает определенный коридор. И дальше вы, когда ее закрываете, у вас два отдельных, друг от друга separate абсолютно номера, которые отдельно... Это фактически два отдельных номера, если вы не берете их вместе. Это позволяет существовать в вашей семье в гармонии и в покое, потому что дети отдельно, собственный балкон, собственная ванна, туалет, они вообще вам... не мешают никаким образом, когда вы находитесь в соседней комнате. В одной из комнат будет твин кровати, в другой кинг. Я, ну, честно вам скажу, по себе даже, я одна в одной комнате, в другой моей дочке, это совершенно незабываемое впечатление от отдыха. Le Royal Meridian, да, демократичная цена. Спросите меня, когда там был ремонт? Не скажу вам ответа на этот вопрос. Его по-прежнему там особенно не было, поэтому обращаю ваше внимание, что это не самые свежие комнаты, но тем не менее. По праву считается одним из самых любимых отелей нашими туристами и гостями Эмирата Дубай. Напомню, что здесь есть номера Landview, это номера с видом на город. И не могу сказать, что это хуже, потому что Дубай вечером действительно очень красивое зрелище, очень красиво смотреть на огни этих бесконечных высоченных зданий. И честно, как бы я не могу сказать, что вид на город проигрывает виду на море, но тем не менее есть как Sea View, так и City View. Огромная территория, большущая, большое количество бассейнов, их исчислять здесь можно, конечно, очень долго. Но это самое демократичное, как цена, так и само по себе состояние курорта, поэтому, конечно, сравнить его
с другими отелями очень сложно. Я думаю, что сравнивать, наверное, можно только с Хабтур, с соседним стоящим. И очень много до сих пор нас спрашивают, вот здесь вот стройки, как бы не стройки. Можно я скажу честно? Гарантировать, что вы, находясь в Эмирате Дубай, одним левым глазом или правым глазом, близко к себе или вы дальше от себя, не будете видеть строек вообще никогда, это невозможно. Потому что если Эмират Дубай перестанет строиться, это будет самая плохая новость для всего арабского рынка. Он динамичный, он развивается постоянно, постоянно растет куда-то вверх, куда-то вширь, куда-то вглубь пустыни. Это постоянно происходит. Поэтому вообще гарантировать, что этого не видно, в принципе, нигде, когда вы находитесь в центре города Дубай, я вам не могу. Поэтому, если это прям критичный момент, лучше у нас уточняйте перед бронированием, что-то рядом, краны в окне есть или нет, или лучше все-таки мы посоветовать другой отель гостям для того, чтобы это минимизировать. Минасияхи комплекс, состоящий из отелей, всегда привычно для всех наших агентов и туристов. Лимеридиан Минасияхи, Вестин Дубай Минасияхи, Вестин. Помните, наверное, да, когда мы лет 10-12 продавали Эмираты, назад мы говорили о том, что Вестин это один из самых высоких курортных отелей на берегу. Вот представьте себе, пожалуйста, вот он у вас на картинке, что он был самым высоким. И во что превращен сейчас Дубай. И рядышком у нас открыт новый, невозможно красивый W Минасияхи отель. Насколько он выше, чем Вестин, вы можете увидеть по картинке. Вот Ле Роял, вот Вестин. Но, тем не менее, несмотря на то, что Вестин остался таким малышулечком маленьким на первой береговой линии, он остался очень правильным с точки зрения арабского такого достоинства. Он очень элегантный резорт, очень спокойный курорт. Сюда очень многие люди приезжают, знаменитости, для того, чтобы находиться в таком условии приватности с одной стороны, а с другой стороны, та огромная территория курорта Минасияхи, которая сейчас доступна для гостей, включая собственный джангл-парк, это аквапарк, который доступен только гостям отеля. Никто извне сюда не приезжает и сюда никто не пускает, никого никогда, да, только гости. Плюс огромное количество баров и ресторанов, которые включены в концепцию дайн-раунда, плюс здесь даже есть all-inclusive в Вестин Дубай Минасияхи, как ни странно, но да, есть. Он остается, несмотря на свое такое количество новшеств, забыла самое главное, здесь новое, очень красивое лобби, безупречно красивое. Несмотря на то, что много новшеств, здесь есть классические стандарты Вестина, которые всегда из года в год привлекают гостей. Напомню, что 11 слоев в матрасе позволяют вам расслабиться настолько, насколько вообще это в принципе возможно. Кстати, из новинок, таких, знаете, которых... Я не видела такого в Эмирате Дубая больше ни у кого. Вы можете заказать себе в номер кроссовки и спортивную форму на случай, если вы ее забыли, заниматься спортом в фитнес-клубе в очень популярном, в таком прям технологично классном в Вестине. Пожалуйста, вам ее принесут в номер, и вы можете ходить заниматься. Если вдруг вы забыли, если хотите растрясти то, что вы наели в этих бесконечно вкуснейших ресторанах. У нас будет отдельный вебинар 22 числа, и у нас девочки потрясающие, которые работают в комплексе Минасияхи, расскажут вам более подробно о своих новинках. От себя могу сказать, что то, во что превратился W Минасияхи, знаете, он как бы строился, он нам всем казался таким, ну строится очередная башня. Ну, чем там нас удивить, в общем-то, в Эмирате Дубай башней? Ну, навряд ли. Сейчас это настолько потрясающе вдохновленный самыми современными тенденциями, которые присущи любому из отелей сети W по всему миру. Попадая в отель W, вы всегда поймете, что это что-то совершенно ни на что не похожее. В W минус E, когда вы попадаете, это вообще не похоже ни на что и нигде, абсолютно. Задумка архитекторов и дизайнеров, как она воплощена в жизнь, это, конечно, достойно огромных комплиментов, слов благодарности, и это невозможно спутать абсолютно ни с чем. Я оставлю все-таки вот эти все свои вдохновленности этим курортом, потому что я уже успела здесь побывать, успела переночевать. Могу сказать от себя одно, что это единственный курорт, на котором я проспала вообще все, что нужно узнать о завтраке в W Минасияхи. Я успела только на один сходить, но это что-то совершенно запредельное по
по уровню тому, во что вот вообще все это воплощено. Послушайте, пожалуйста, вебинар 22 числа и знайте все новинки о комплексе Минасияхи из первых рук. Ну и отель, который по праву считается один из топовых сейчас в Эмирате Дубай, занимает лидирующие позиции во всевозможных рейтингах. Один из самых роскошных отелей для взыскательной публики Mandarin Oriental Dubai. Клубный лаунж этого отеля смотрит у нас с вами на Бурдж-Халифу. Представляете, да, что вот вы забронировали номер клубный на новогоднюю ночь и сидите в клубном лаунже с потрясающим красивым интерьером и просто вот прямо в ваше окошко наблюдается один из самых феноменально грандиозных салютов в мире на Новый год. Почему нет? Вопрос только в том, остались ли комнаты клубные в Мандарине на Новый год. Они идут уже под запрос давно. Безумной красоты бассейн, когда вы выходите к нему, вас встретит персонал такой, знаете, вот всегда casual, всегда с улыбкой, всегда в шляпах, всегда в красивой форме, без всяких галстуков, связывающих, обязующих, да, вести себя как-то по-особенному. Радушный персонал действительно рад вас приветствовать, действительно рад подарить вам свою улыбку и феноменальный сервис Mandarin Oriental, за что очень многие гости выбирают именно этот резорт для своего отдыха в Эмирате Дубай. Ресторан Ташка, единственный ресторан португальской кухни на крыше отеля с уникальным Infinity Pool, куда тоже запрещен доступ детишек, но гости, которые без них с удовольствием насладятся этим Infinity бассейном, конечно же, и уникальной португальской кухни. Здесь, кстати, если у вас есть VIP-гости, которым не хватает также вилл, например, в топовых отелях виллы уже закончились, предложите им, пожалуйста, Penthouse Suite или Royal Suite, который находится на крыше, с собственным бассейном и с абсолютно феноменальным отношением к VIP-гостям. Просто сравните хоть раз, что такое можно предложить, запомните, что это можно предложить гостям. И с отношением Mandarin Oriental к своим гостям они точно наверняка не пожалеют о том, что выбрали такие категории номеров именно в этом отеле. Здесь есть детский клуб, здесь есть ресторан Netsu, который может предложить вашим гостям уникальный опыт, когда вы сидите, смотрите на открытую кухню за стеклом, повара готовят для вас специальное мясо на соке, которое привозят из Азии. И вот тот огонь, который эта сока, вот как она горит. Потом это мясо особенно на этом огне специально жарят. Потом вам это все преподносят очень красиво. Это также своеобразный опыт, который нигде, скажем так, не приобретешь и не почувствуешь. И также есть в Mandarin Oriental, может быть, мало кто из вас знает, бар Белуга, в котором можно выбрать многочисленную виды икры. Я даже, честно, я не знала, что такие вообще виды икры существуют в этом мире. Но, тем не менее, здесь можно это сделать. Сочетание с белугой, естественно, да-да-да, именно с водкой. А вот для некоторых гостей, которые предпочитают такое, чего нет нигде больше, именно Mandarin Oriental. То, как здесь работает персонал, вообще, в принципе, можно, наверное, не говорить. И уникальная кондитерская на первом этаже не даст вам уехать похудевшими точно. И несмотря на то, что здесь этот курорт находится довольно близко к Дубай Моллу, напомню, что прямо напротив есть торговый центр. Если нужно что-то такое сделать, скажем так, демократичное по шопингу, вам достаточно просто выйти из отеля напротив. За пределами отеля. Елен, но вот по большому счету по правилам-то нет. Да? Вот есть правила, писанные и четко соблюдаемые отелями, а есть те, которые как бы закрывают уже там во многом на это глаза. Но, честно могу сказать, что если вы в Mandarin Oriental либо в Emirates Palace приедете с 10 бутылками алкоголя, купленными в Duty Free по приезду, например, вам могут задать вопросы, да, конечно. Могут заставить принести вас только ту количество, ту дозу, которая, например, подлежит ввозу в Эмират, да, 2 литра на человека. Могут, но, как правило, честно, я же не могу, я официальное лицо в данном конкретном моменте, я не могу говорить информацию, которая готова скомпрометировать хоть как-то. Ну, припрячьте куда-то, да, и не 10, вот так вот, чтобы все взвенело на входе прям, да, и вот я прям такой крутой зашел. Тем не менее, в пятерках и в Дубае, и в Абу-Даби могут не разрешать официально.
Курорт, о котором можно рассказывать, конечно, очень долго. Мадина Джумейра, 4 отеля на территории огромной абсолютно. Это то, что наши гости выбирают из года в год. Так, у меня прям надо уживаться. Я очень извиняюсь, но надо. Аль-Насим, самый новый курорт на территории Мадина Джумейра, самый свежий, не так давно открытый. Дар-Аль-Масьяф – это виллы, Аль-Каср – это арабский дворец, если вас до сих пор ваши туристы просят отель с конями на входе, это именно Аль-Каср, и Мина-Салям. Это отдельная история для вебинара, безусловно, но в несколько моментов буквально, что вам нужно знать. Мина-Салям на данный момент заканчивает реконструкцию своего номерного фонда. Уже открыта половина номерного фонда, и уже мы приглашаем наших гостей в новые отремонтированные номера, как обычных категорий, так и также и сьют. И все, кто побывал в новых комнатах, испытали абсолютный восторг. Аль-Каср не так давно закончил свой косметический ремонт. Никакого глобального ремонта или перестройки Аль-Каср не пережил. Но он пережил удаление, скажем так, темных тонов, заменил на более светлые в антураже своих номеров. Здесь обновился полностью клубный лаунж, где теперь есть зона для детишек, где детишечки могут совершенно спокойно посмотреть телевизор, поиграть в PlayStation, а наши взрослые гости покушать панорамный бассейн на крыше. Нет, Сергей. Давайте я вам скажу новость, наверное, которую мало кто из вас, наверное, слышал, но, тем не менее, если вы обратили внимание на ведущие новости из Эмирата Дубай, вкратце, в семейных бассейнах сейчас детям до 5 лет плавать даже с родителями запрещено. Да? Я вот понимаю сейчас весь фидбэк от этой новости, но, тем не менее, в Эмирате Дубай дети до 5 лет плавают только в детских бассейнах, да? В кругах, с родителями, вообще как бы неважно. В семейных бассейнах мы не плаваем. А говорить уже о том, что панорамный бассейн на крыше пустят, вообще, к сожалению, невозможно. Ну вот прям совсем нельзя. После 12 только. Так вот, возвращаясь к Аль-Касру, ничего прям вот такого прям глобального не заменено. Заменено в номерах, опять же, повторюсь, краски и старая, устаревшая какая-то мебель, которая портила, возможно, да, какие-то впечатления гостей на новую. Но, в общем, Аль-Каср у нас остался роскошным арабским дворцом. Кстати, только в клубном лаунже Аль-Касра вы можете бесплатно пробовать просекку на завтрак. В других клубных лаунжах этого нет. Вилла Дар-Аль-Масьяф, которая у нас разбросана по территории курорта. Очень многие задают вопрос у нас по поводу реновации. Реновацию прошли только комнаты, которые находятся на первой береговой линии, и те домики, которые называются Gulf Summer House, Ocean Deluxe. Те первые 8 вилл, которые находятся на первой береговой линии, у нас отремонтированы. Все остальные номера, которые у нас носят название Arabian Summer House, Arabian Deluxe, Lagoon Deluxe, все, что за первой береговой линией, никаких реноваций не проводилось и на данный момент не предвидится. Из вилл дорогих, роскошных, красивых, я думаю, что всем прекрасно знаем, Малакия Виллас, которая находится у нас в конце курорта Дар-Аль-Масьяф, на данный момент они закрыты, и заканчивается у них капитальная реновация, абсолютно новые интерьеры, все будет в более современном стиле, но это такие виллы, которые, как бы, да, мне кажется, раз в год продал, можно уже, в принципе, наверное, и поехать в отпуск надолго. Самое дорогое, что есть. И Аль-Насим, тот отель, который вызывает у нас больше вопросов всего видами, почему-то очень многие до сих пор уверены гости, что если они берут здесь Ocean View вид, то это гарантированно вид на Бурдж-Аль-Араб. Пожалуйста, нет. Курорт построен буковкой «М». Здесь невозможно гарантировать вам абсолютно точно, что это будет Бурдж-Вью. Бурдж-Вью Суит выделен сейчас отелем в отдельную категорию. Вот там гарантированный вид на море. Детям совсем не будет. Это только один семейный бассейн. Ну, Арин, если честно, в Эмиратах Дубай назовите мне, пожалуйста. Это только про Эмират Дубай. И как бы пока что вот это все мы стараемся сильно не выносить, наверное, массы. Наш вопрос только в том, что это предупреждение.
Если только один семейный бассейн, как бы детская эта часть все равно в семейных бассейнах есть. И если вы в детской, в детской части семейного бассейна оставляете вашего ребенка, можно. Нет таких бассейнов, которые только глубокие, больше никакой. Если вдруг вымираете в Дубае... Нет, в Адрес-Бич нет, конечно. А вообще в Адрес-Бич, скажите мне, что делать с детьми? Но в Адрес-Бич есть семейный... Ой, есть детский бассейн внизу, на как бы, да, лобби-флор. Туда наверх, и даже учитывая то, чтобы я вот сейчас вам этого всего не говорила, как бы наверх все равно детей как бы и не пускали. Там отдельно совершенно в этом адресе царство-государство наверху, кабаны, которые вам нужно бронировать заранее, который включен нелимитированный алкоголь, который стоит... сколько? Сколько они стоят? $1000, по-моему, на полдня. Ну, в общем, нет. Это все вот... Если я сейчас буду останавливаться просто на возрасте, на каждом бассейне, честно, я точно не закончу, мне кажется, до вечера. Да, Вальнасим, Бурдж Вью, это гарантирует нам на Бурдж, все остальное как бы это не гарантированная история. Вы даже море можете видеть либо волком, либо передом, но все равно это тоже вот как бы, да, отель сам по себе так построен, что мы, к сожалению, не можем гарантировать здесь вид. Клубные комнаты, как в Альнасим, так и в Мини, как и в Алькансере есть, а вот в Дарамасиаф Вилла, что замечательное для гостей, даже когда вы ничего такого особенного не ожидаете, в каждой вилле накрывается happy hour с вечером в течение 2 часов, алкоголь на вашей вилле, вы можете обратиться к вашему батлеру, который дежурит 24 часа в каждой вилле, и перед ужином побаловать себя бокальчиком. Такие вещи только предлагает Дар-аль-Масьяф. Опять же, останавливаться на Мадинат, честно, долго, очень сложно. Джумейра Бич отель, флагманский отель Эмирата Дубай. Любимый отель Эмирата. Да, очень много семейных историй здесь именно зарождались у нас, и этим славится курорт. Сейчас, на данный момент, что происходит в Джумейра Бич, мы ремонтируем пляж. На данный момент гости Джумейра Бич пользуются пляжем Мадинат, но здесь в ближайшем будущем, уже в октябре, будет открыта новая пляжная абсолютно зона, которая будет шире гораздо, чем она была раньше. Здесь будут новые рестораны, здесь будет все абсолютно по-новому, это уже заканчивается. И насыпается буквально заново уже весь новый песочек. Здесь будет очень красиво, начиная с октября, смею надеяться. А в сочетании с теми комнатами, которые уже у нас здесь отремонтированы, думаю, все знают, да, что здесь не так давно проходил ремонт по этажам. Сейчас уже практически все уже завершено. Очень красиво обновлены сьюты, которые находятся у нас именно по торцам нашей знаменитой волны. В двух словах, опять же, да, про Джумейра Бич действительно очень сложно говорить. Здесь, опять же, для гостей всех предоставляется у нас доступ в аквапарк в Алваде. Здесь у нас есть потрясающий семейный клуб, детский клуб, пардон. Здесь в одном из, один из немногих отелей, который предлагает бассейн олимпийского размера, открытый, за термоконтролем, если вы все-таки сторонник здорового образа жизни, конечно, почему нет? И я напомню, что со стороны Джумейра Бич ведется стройка нового курорта, нового резорта, группы Джумейр, который будет открыт в следующем году, как мы все надеемся. И строительные работы еще не будут завершены ни в этом году, ни, соответственно, в следующем полгода точно как минимум. Поэтому мы напоминаем, что строительные работы конкретно здесь все-таки еще идут и будут вестись довольно активно в ближайшем будущем. Поэтому все гости, которые приезжают на Джумейра Бич, должны быть точно осведомлены об этих строительных работах. Они многие уже знают об этом, и тем не менее все равно выбирают Джумейра Бич для своего отдыха, несмотря даже на это. Потому что, конечно, у отеля свой такой пул гостей, которые только сюда, больше никуда, их, конечно же, можно понять. И Ники Бич Резорт, говорила, да, вот когда рассказывала вам о этих арт-музеях, это отель на острове, и этот отель, который венчает, скажем так, корону нашего насыпного острова, спереди у нас уже нет никаких особенных историй, здесь можно в хорошую погоду увидеть некоторые моменты из World Island, но не более того, отель с великолепным пляжем, с великолепным пляжным клубом, с великолепными виллами. Многие забывают, опять же, да, что из Никки Бич есть потрясающе красивые виллы.
отель с уникальным, скажем так, концептом. Он, когда открылся, он был одним из самых красивых, молодежным таким резортом, светлым, дизайнерским воплощением, необычным для Дубая. Он таким по-прежнему и остается. Стиль особенный, ничем не копируемый. Вечером, знаете, когда вы выходите на балкончик вашего номера с видом на море, когда диджей на пляже прям ставит сеты какие-то такие знаменитые, такой музыки очень-очень приятные. Вы сами, даже если вы не хотите танцевать, все равно начнете делать это на своем балконе. Вечеринки, которые стильные, устраиваются в пляжном клубе, конечно, также достойны внимания. Пляжный клуб, я думаю, что многие из вас знают, принадлежит принцу, наследнику владельца, шейха Эмирата Дубай, принцу Хамдаму, одному из самых красивейших мужчин, не только на Ближнем Востоке, как все мы дамы убеждены, но и в мире. Это его детище, он очень любит приезжать сюда инкогнито. И, конечно, пляжный клуб в Никки Бич действительно один из самых роскошных. Мы недавно посещали Никки Бич в рамках нашего фам-трипа. Смею надеяться, что все-таки там ничего не изменилось. По отзывам наших агентов нет. Чуточку по Эмирату Рас Эль Хейма. Все ведь знают, да, что из каждого из Эмиратов есть собственный такой нюанс, который славит только Эмират. И чем он отличает друг от друга, например, в общем. В Эмирате Рас Эль Хейма это розовый песок. Это терракотовый песок, который меняет свой цвет, свой оттенок в зависимости от времени суток, от преломления лучей, от светлого такого желтого до розового. Действительно, в Рас Эль Хейме очень много песка, но на самом деле очень много всего интересного, того, чего нет в других Эмиратах. И департамент по туризму Эмирата Рас Эль Хейма вам расскажет об этом на своем собственном вебинаре. Но поверьте, то, во что, скажем так, превращен Джебель-Джаиз для самых таких вот отъявленных любителей приключений, людей, которые хотят испытать что-то новое, прокатиться на санках с горы, 1885 метров, которая, между прочим, на секундочку, либо взлететь на зиплайне, пролететь лежа над тоже горами, такими, в общем-то, не самыми маленькими. Поэтому вот все, что предлагает сейчас Эмират Рас Эль Хейма, я искренне вам советую ознакомиться на вебинаре и послушать их внимательно, потому что, конечно, это просто очень колоссальный и очень приятный опыт для гостей Эмирата Рас Эль Хейма. Остров Марджан по-прежнему один у нас из самых продаваемых отелей, которые здесь находятся. Они по соотношению цена-качество одни из самых демократичных в Эмирате Рас Эль Хейма. Говорить обо всех, к сожалению, невозможно. Первый отель Rixos Bab Al Bahr, дальше у нас приходит DoubleTree by Hilton Marjan Island, и следующие отели, которые у нас здесь находятся. Самое популярное из них, конечно же, это Hampton, это брат DoubleTree, и еще есть отель Marjan Island, который все-таки один из самых арабских, на мой взгляд. Его надо немножечко аккуратненько все-таки продавать и понимать, что основной массив гостей в Marjan Island – это местный рынок, local GCC. И далеко не всегда это сочетается с представлениями России на отдыхе, поэтому я с опаской всегда его продаю, всегда, во всяком случае, предупреждаю гостей, куда они едут. Rixos Bab Al Bahr отдельный вебинар, пожалуйста, не забудьте присоединиться к нам 14 сентября, послушать новости курорта, одного из самых любимых и популярных для россиян Rixos Bab Al Bahr 14 сентября. DoubleTree by Hilton Marjan Island не будет у нас отдельного вебинара, в двух словах, если говорить вам. Значит, это большущая, огромная территория, здесь самое большое количество бассейнов среди всех резортов в Эмирате Рас Эль Хейма, их всего 9, и если зрительно разделять курорт на несколько частей, я могу посоветовать сделать это, провести линию вот здесь и вот здесь. Чем интересна вот эта часть для гостей? Bay Club Beachfront Sea View, комнаты все с видом на море, которые все изначально строились для бренда Waldorf Astoria, как я уже говорила, DoubleTree также принадлежит Хилтону, как и Waldorf, как и сам по себе Хилтон. Это как бы подбренд отелей сети Hilton, более направленный на демократичную цену. Так вот, изначально вот эти комнаты строились для Waldorf Astoria, планировалось, что это будет другой совершенно отель, но
В итоге, как мы сейчас это все продается, как это все видим, это продается одним отелем, Double Triple Hilton, Marjan Island Resort and Spa. Но номера на самом деле совершенно точно отличающиеся от всего номерного фонда другого, который есть в этом отеле. Поэтому я советую все-таки, если гости более привилегированные, хотят отдельного отношения к себе, например, хотят, чтобы с ними обращались немножечко по-другому, они могут совершенно спокойно пройти в эти комнаты и это в полной мере ощутить. Отдельный спа, эйфория только для девушек, отдельно вообще сюда не ходят гости за других категорий номеров. Спа есть в основном корпусе для всех гостей, здесь это только для Bay Club Beachfront Sea View. Также отдельный бассейн Infinity, куда ходим только мы, если живем с вами в этих категориях номеров. Отсюда сюда мы не ходим. Из номеров Bay Club мы куда хотим, туда и ходим. В общем, да, это как один из таких приоритетов, чтобы понимать, как легче это продавать. Опять же, все комнаты с балконом, они большой площади, они с кофемашинами, с современными телевизорами, с отдельным крылом ресторана, в основном, который питаются гости. Как бы, ну, тоже, по сути, у инклюзив такой же, как у тех же гостей, которые питаются в обычных комнатах, да, и приходят в тот же ресторан, только в отдельное крыло. Но все-таки здесь другое немножко отношение к гостям. Также, если вы... Этот курорт работает на всех типах питания от BB до All-Inclusive и Half-Board и Full-Board All-Inclusive. Но если ваши гости живут у нас в Beach Club, Bay Club Beachfront Sea View, у нас возле бассейна, можно в течение дня абсолютно точно не ходить в рестораны курорта основные, а здесь наесться тем меню, которое высвечивается у нас в баре, оно каждый день меняется, и совершенно спокойно, можно вообще никуда не ходить и здесь покушать, попитаться совершенно спокойно. Что здесь есть еще примечательного? Номера Deluxe, вот в виллах трехэтажных, которые находятся перед территорией семейного большущего бассейна. Здесь детские площадки современные, здесь большое количество анимационных мероприятий проводится в течение дня, поэтому может быть немножко шумновато, но тем не менее это семейная курортная зона. И есть аквапарк в виде выброшенного на берег пиратского корабля. Более активная зона, более демократичная по цене, для семей прекрасно подходит. И главный корпус – это гест-комнаты с видом на море. Гест-румы, если вы меня спросите, самый дешевый гест-рум, pool view, это не номера, которые находятся ниже как-то, да, и с выходом на бассейн. Вот этот бассейн, который я держу сейчас в каску, это adults only, только для взрослых гостей бассейн, который вот тут, ну, как бы, вот он, собственно, здесь и есть. Гест-рум pool view – это отдельное здание, которое находится у нас в углу, рядом с дорогой, рядом со своим собственным бассейном отдельным. Они самые дальние от пляжа, они дальние от многочисленных мероприятий. Ну, как бы, тех спокойные, самые дешевые комнаты. Почему нет? Ну, просто не надо немножко путать, потому что очень многие люди думают у меня, что вот именно гест-рум pool view – это здесь. Нет, это отдельное здание. Демократичный резорт, один из самых популярных для гостей. Соотношение цена-качество, на мой взгляд, прекрасное. Бронируйте, если all inclusive, так вообще можно, в принципе, никуда не ездить. Совершенно прекрасно здесь отдыхать. Рассказала вам все про историю этого бренда. Безусловно, что Waldorf Astoria в Эмирате Россельхейма очень красивый пляж, очень красивые комнаты, прекрасное обслуживание гостей. До недавнего времени это был один из самых таких респектабельных курортов. Следующий отель, о котором, да, будем говорить, тоже он теперь у нас уже соревнуется с Waldorf Astoria, но до недавнего времени он был такой один, любимый, единственный. Но честно, на самом деле, у меня он таким и остается, потому что эти... Номера, когда вы выходите, вид на море, это что-то совершенно запредельно фантастичное по зрелищу абсолютно. Здесь далеко не все номера с балконами, как принято думать. Если вам нужен обязательно балкон, пожалуйста, следите, чтобы название комнаты было with balcony. Очень вас просим. В противном случае балкон мы не нарисуем и не сделаем вам. Номера есть как с видом на гольф-поля, так и с видом на море. Клубные привилегии для гостей клубных номеров действительно тоже прекрасные. Можно ими воспользоваться, если вы бронируете сьюты. Пожалуйста, не забывайте, что для привилегированных гостей лучше забронировать все-таки сьют. И специальные комплименты для гостей сьютов у нас прописаны в описании курорта Waldorf Astoria на сайте.
Здесь уникальный абсолютно павлин из драгоценных камней. Это подарок шейха Эмирата на открытие Waldorf Astoria. Здесь часы на входе из золота цвета шампань, которые по всему миру собирали для того, чтобы сделать именно часы нужного оттенка, которые показывают время не только эмиратское, но и время молитвы в Мекке. Лобби, конечно, превосходно абсолютно. И вот эта картина, которую вы видите, это лобби напротив часов с собственным фонтаном. Обожаю задавать вопросы. Если кто-то ответит, почему фонтан в лобби, то прям честно скажу спасибо, вы знаток. Почему фонтан в закрытых помещениях существует на Ближнем Востоке. Интерконтиненталь Мина Аль Араб, отель, который не так давно у нас открылся, находится на двух полуостровах и на территории пляжной. До конца сентября продавался по совершенно смешным тарифам даже на базе All Inclusive. Работает все от BB до All Inclusive. Предлагал бесплатный трансфер, но сейчас уже 12 сентября, до 30 сентября вся эта роскошная сказка продолжается. Дальше, после октября, конечно, тарифы меняются действительно серьезно. Новый курорт, новый резорт. Обращайте, пожалуйста, внимание на то, что в Эмирате Рас Аль-Хейм он открыт и успешно работает. И эти 350 комнат все с видом на море. Ну, на самом деле, очень красивый пляж и открытое море. Вот гости, которые у нас хотят, например, на Пальму прочувствовать, что такое Атлантис да Палм, отправьте их потом в Waldorf Astoria Рас Аль-Хейм или Интерконти Мина. Действительно можно сочетать открытое, красивое, роскошное море плюс мега-развлечение. Почему нет? Фуджейра у нас находится. Мощный анизатор. Думайте еще, Сергей, это неправильная версия. Фуджейра. Я советую вам подумать о том, что это Ближний Восток, а не о физике и не о химии. Фуджейра – эмират, который находится у нас в Оманском заливе Индийского океана. Совершенно другое море, совершенно другой отдых, более спокойный. Если раньше у нас гости не хотели ехать в эмират Фуджейра, они пугались очень сильно трансфера такого длительного. Послушайте, сейчас совершенно потрясающая в горах дорога до Фуджейры. Вы едете максимум 90 минут, ну 2 часа, окей. Ну, никаких не 3 часа, не 5 часов, как многие думают до сих пор. Хаджарские горы, которые вы видите с обеих сторон вашей дороги, это то, откуда глаз оторвать невозможно. Ну и плюс море, место встреч. Томочка, это место встреч, но ну почему именно фонтан в месте встреч? Подумайте, да? Но пока что ничего нету правильного ответа. Хаджарские горы, которые уникально создают ландшафт, уникальный природный, скажем так, баланс воды плюс гор высоченных, очень красивых. На Фуджейру действительно очень многие гости любят приезжать отдыхать из года в год. И также мы очень сильно советуем комбинировать Фуджейры. Нет. Отели Эмирата Фуджейра с отелями, такими, которые обладают достаточным количеством развлечений. Про Фуджейру Ротана не могу не сказать в двух слов буквально, потому что отель, который в пандемию сделал абсолютную реновацию номерного фонда всего. Новые комнаты. По-прежнему это отель, который благоволит семьями с детьми прекрасно. Все номера с видами на море. Очень красивая зеленая территория. И мы добавляем сюда возможность забронировать трансфер в Дубай, если кому-то нужно. Но, честно, вот этот вот опыт, наверное, вот такой вот очень спорный. Ехать далеко ради 2 часов шопинга лучше все-таки в начале или в конце, например, остановиться в каком-то демократичном отеле в центре Дубая, сделать шопинг, а основную массу отдыха посвятить береговому отелю. Нету правильного отеля. Ответ. Интерконти Фуджейра. Как бы сказать в двух словах-то? Один из самых новых. Нет, уже сейчас есть The Palace в Эмирате Фуджейра, который более новый, есть Адрес, который более новый. Но до недавнего времени Интерконтиненталь был один из самых новых отелей в Эмирате Фуджейра. Предлагает 190 комнат с видами на море, очень красивый спа, прекрасное отношение к гостям, также работает. Почему отели вообще в принципе в Эмирате Фуджейра работают на all-inclusive, хотя мы всегда говорим, что для Эмиратов all-inclusive это нестандартно? Объясню, потому что здесь нет такой развитой инфраструктуры, которая есть в других Эмиратах.
Вы не можете выйти за пределами одного из отелей в Эмирате Фуджейра и покушать многочисленных ресторанов за пределами отелей. Нет такой практики. Все рестораны сосредоточены, как правило, на территориях курортов. Поэтому давайте мы... Это очень круто, что вы меня слушаете. Я подумала, мало ли, может, тут уже нет никого, а я сама с вами разговариваю. Это супер, но нет ни одной версии. Фонтаны в домах в Ближнем Востоке и в отелях, в том числе в помещениях, в местах встреч, существуют для того, чтобы соседи, которые сидят рядом с вами за столом другим, не слышали о том, о чем вы говорите. Это такой тонкий намек, да? Вот мы общаемся с вами на важную тему, я и вы, а люди, которые сидят рядом, не слышат о том, о чем мы с вами разговариваем, это очень важно. Сейчас, одну секунду. Восток – это более даже тонкое, чем мы с вами представляем, мне кажется, то же дело. Его можно, мне кажется, любить и изучать очень долго, но никогда не изучишь до конца. И Ферман Фуджейра – один из самых моих любимых на территории Эмирата Фуджейра. Это и самым красивым бассейном. Безумно красивый бассейн. Потрясающая территория. Она компактна, да, маленькая. Очень многие говорят нам, агенты, ну что мне Фуджейра, Ротана, Ферман Фуджейра, вернее, посоветовали, туда же выйти некуда, да, оттуда. Слушайте, в Фуджейре везде некуда выйти. Это отели, которые так, в принципе, созданы для того, чтобы вы отдыхали на территориях этих отелей. Негде особенно проводить время за пределами отелей в Эмирате Фуджейра. Поэтому Ферман Фуджейра точно ровно такой же, как и любой другой отель в Эмирате. И здесь очень много всего создано для того, чтобы вы вообще не хотели покидать ни свой номер, ни территорию красивую. Здесь очень много дизайнерских моментов, дизайнерских историй, которые настолько вас радуют, настолько удивляют. Достаточно сказать, что здесь в лобби есть два, скажем так, момента, поинта, где вы проходите регистрацию, чек-ин в отеле. В одном месте проходит обычная комната, в другом – сьюты. Вот одна стойка сделана, как сложенные сверху друг на друга чемоданы, а другая стойка – ковры. Здесь огромное количество артефактов, очень красивых украшений, которые украшают стены, даже вплоть до стены и потолок сверху. Это все рассматривать можно часами. Отель безумно красивый, дизайнерский и очень красивый пляжный клуб «Лава», в котором можно как и детишкам развлечься, так и взрослым, потому что есть отделение для детей и есть отдельная зона для взрослых с элементами такими, как, ну, как гидромассажами, да, джакузиками маленькими. Очень-очень красиво наблюдать закаты здесь и, конечно, бассейн, ну, честно, такого бассейна навряд ли можно себе где-то себе представить, очень красивого. Лимеридин Айляка по праву один из самых у нас любимых отелей Эмирата. Издавна россияне его любят. Ну, как бы что-то новое сказать о нем я, к сожалению, не могу. Но, конечно же, что по-прежнему это номера с видом на море. Посмотрите, какое здесь потрясающее море. На Фуджейре вообще море – это особенная история. Говорить о том, что на Фуджейре постоянно ты плаваешь в нефти, точно неправильно. Да, в Эмирате, именно в Оманском заливе проходит большое количество путей, где проводят танкеры нефть от одного места, ну, как бы, докуда они там плавают. И иногда бывает утечка, да. Это не потому, что у вас под песком на пляже, как многие почему-то думают, нефть прямо здесь. Вот да, я тыкну сейчас каблуком, и у меня нефть брызгать будет оттуда с песка. Очень многие почему-то так говорят, агенты. Нет, конечно, это не так. Нефть, да, возможно, но это не временное явление, это совершенно не то, что каждый день происходит. Да, иногда такое случается, но это география, это жизнь, это... Ну, случается иногда такое, что делать? Я давайте, наверное, не буду, да, врать. А, вот это да-да. Так, Абу-Даби у нас сегодня в час дает вебинар, я стараюсь насколько быстро... сказать хоть что-то, но честно, у меня, я уверена, что не получится. Я думаю, что вам лучше послушать все-таки наш вебинар, который будет проводиться через буквально 15 минут, а мне нужно вам дать отдохнуть. Я очень много хотела вам сказать честно, но одна из самых больших моих проблем тем, что я никогда не могу вовремя все закончить. Практически 200 островов, которые составляют с собой Сайд-Зияд, у нас действительно, мы призываем вас бронировать отели Эмирата Абу-Даби. Сейчас тут минимальное количество ограничений, не настолько, как это все сидит у нас в головах, что там прям вот никак не проедешь, какие-то сотрудники полицейские с кордонами стоят на границе Эмирата Дубая, Абу-Даби. Ну нет, уже этого нет, конечно, здесь нужно быть привитым и иметь ПЦР-тест, но
тем не менее, это не такая большая сложность, насколько мы можем, да, все с вами подумать. Благодарим Джумейра за то, что вы так часто нас приглашаете, наших агентов, и подтверждаете нам размещение для наших любимых агентов, которые продают Эмираты вместе с пап-групп наших фам-трипов. Безусловно, один из моих самых любимых отелей, максимально приближенный к пляжу, вернее, к морю. Здесь именно когда строился этот отель, наконец-то разрешили максимально близко подойти к морю, потому что та зона, которую вы видите, вот очень многие агенты спрашивают, почему вы не уберете эти колючки? Это не колючки, это природа, это национальная заповедная зона, тщательно охраняемая правительством Эмирата и вообще страны в частности. Здесь кладут кладки своей черепахи. Как можно тут людям, да, разрешить, я не знаю, там, на мотоциклах кататься или на баге? Конечно, нет. Эмираты очень тщательно следят за тем, чтобы сохранять свою природу, культуру, и следующие 50 лет прошли только в более приятной атмосфере, а не все это угробили, да, туристы. Про Сентр Джусади также можно долго рассказывать. Знаковый отель на берегу острова Саадият, один из самых наших любимых, роскошных и приятных. Опять же, послушайте вебинар наш следующий, вам о развлечениях тоже расскажет на следующем вебинаре все наш замечательное управление по туризму Эмирата Абу-Даби. Все парки развлечений, которые у нас существуют здесь, это то, что также превращает вас в ребенка. Тем не менее, почему бы не попробовать стать опять ребенком. Ну и буквально в двух словах последних об Эмирате Шарджи. Очень многие все-таки знают, что Эмират Шарджи на самой строке по ограничениям насчет алкоголя здесь. Фактически вы можете сказать, что это сухой закон. Нигде в отелях вы не найдете никакого алкоголя. Его здесь, в принципе, не подают. Никакого all-inclusive в отелях Эмирата Шарджи нет. Но есть скромный, демократичный отдых на отелях на первой береговой линии. Плюс есть отели, которые, возможно, вас удивят, которые, возможно, вы не знаете. Обратите, пожалуйста, свое внимание на удивительные два отеля. Один из них – это Shady Al Bayt, который находится у нас в сердце Эмирата Шарджа. Это такой культурный, очень красивый проект, который Эмират Шарджи очень долго придумал, воплощался в жизнь. Называется «Сердце Шарджи». Это соединение культурных кварталов плюс такие, вы знаете, показать вам историю, как вообще живут местные люди, как они жили раньше. И плюс в этом сердце такого необычного опыта есть отель «Shady Al Bayt», который абсолютно точно понравится тем гостям, которые ждут что-то совершенно необычного от Эмират. Пожалуйста, 2-3 ночи здесь. И не то, что я вас уговариваю его забронировать, но есть очень много гостей, которые хотят получить необычный опыт. Именно в Шейде он возможен. Не забывайте, пожалуйста, что такая история культурная, красивая, качественная, пятизвездочная есть в сердце Шарджи. Многие, кстати, не знают, что в Шарджи есть удивительный комплекс археологический Млиха. Была там, это невероятное, также дает вам представление узнать о том, как, например, хоронили верблюдов в древности до сих пор, если это бедуинская история, бедуинская семья, как они это делают. Вам покажут это в натуральном виде, но единственное, что это не будет дохлый верблюд, да, это как бы кукла, но прямо нам натуральную величину показано, как ему голову сгибают, как его хоронят, как люди жили, как они добывали воду. Все это в антураже такого супер-мега-современного пространства, музея, который показывает вам такие вещи, которые вы навряд ли где-то увидите. Млиха – это удивительная история, которая есть в Шарджи. В Шарджи есть потрясающий заповедник, который соединяет в себе как зоопарк, так и парк птиц, где проходит шоу, где огромные орлы. Ну, я всех их называю орлами, но я понимаю, что это не все орлы, да, но вот эти огромные птицы пустынные, показано, как они охотятся, как они хватают пищу, как они ее находят, как они летают над вами. Леопарды, ночные жители пустыни в потрясающих таких современных также пространствах живут. Очень многие не знают, что в Шарджи это есть, и на самом деле да. И, конечно, Кальб Килфишер Лоунж. Я была в этом отеле, когда он только строился, но даже на этапе строительства это поражало абсолютно. Это такие виллы, как больше шатры в заповедной зоне, где кроме вашего шатра и вас, ну, конечно, соседи, которые находятся в соседних с вами шатрах, и абсолютно девственного моря нет абсолютно ничего. Да, когда вы въезжаете на
Полуостров Кальба, это все проходит в мангровых зарослях. Специальный мост, который через мангры вас перевозит, и вы оказываетесь в огромном пространстве удивительно современных шатров. Вам кажется, что такое шатры в пустыне? Чем они могут меня привлечь? Да абсолютно всем. Это суперсовременно, с потрясающе красивыми ваннами, видами. Вот, как вы видите на картинках, иногда место, где гости вечером собираются под костер, слушают природу, море, смотрят на звезды и наслаждаются той пустыней, которую как бы очень сложно придумать в любом другом месте. Плюс это сочетание с морем. И, наверное, такие вещи я видела только в Катаре, в Дохе. Но там это больше все-таки похоже на лагерь, а это именно лаунж, лодж, как больше свойственно Африке, да, но никак нельзя, даже если вы не читаете об этом, не узнаете об этом, не смотрите наши вебинары, навряд ли это можно себе представить, тем более, что это Шарджа. Кажется, что в Шарджа, как вот в стандартные наши отели, Гранд, Бейч, Лулу, вот все вот эти отели, к которым мы привыкли, и ничего больше нет. Да нет же, в Шарджа очень много всего интересного. Вообще, Эмираты, мы вас очень сильно приглашаем знакомиться не только на наших встречах в онлайне, но и я еще раз напомню, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим фан-трипам, узнавайте об Эмиратах больше, потому что это страна невероятных возможностей, очень красивая и очень интересная. Я вас очень сильно благодарю за то, что вы были сегодня со мной и из ПАК-групп. Надеюсь, что эти две недели будут для вас положительными, приятными, интересными со всех точек зрения. И желаю вам прекрасного сезона, прекрасных, благодарных туристов, которые будут вам говорить спасибо за то, что вы правильно выбрали им отель и, возможно, сочетание отелей нескольких. Спасибо вам огромное. Мы вас всех очень сильно любим и очень всеми вами дорожим. Спасибо большое.